Британские розничные продавцы и ателье по пошиву одежды говорят, что столкнулись с худшим кризисом со времен Второй мировой войны. Все больше магазинов Лондона закрывают свои двери из-за эпидемии китайского коронавируса. Те, кто еще продолжает работать, говорят, что покупателей стало очень мало и скоро не будет совсем. На этой неделе ни один покупатель еще не вошел в наши двери. Так вести бизнес невозможно. Мы переживаем большой кризис. Не знаю, как долго мы сможем выдержать этот кошмар под названием коронавирус. Некоторые продавцы говорят, что в настоящее время ситуация в бизнесе хуже, чем во время всемирного финансового кризиса 2008 года. Думаю, что 2008 стал последним годом, когда ситуация обострилась, но не настолько, как сейчас. Такое ощущение, что сейчас военное время. В реагировании на вирус Великобритания пошла по иному пути, нежели другие страны. Она не вводила жесткого карантина и не закрывала школ, университетов и общественных заведений. При этом недавно премьер-министр Борис Джонсон призвал людей избегать пабов, клубов, ресторанов, кино и театров. Эти секторы пострадали больше всего. Теперь же многие владельцы магазинов говорят, что могут лишиться бизнеса. Продажи в магазине упали на 75%, и они могут опуститься до нуля, если в магазин вообще никто не будет приходить. Мы также экспортируем часть продукции и продаем ее оптом. Если нас здесь это затронуло, я уверен, что это затронуло весь мир. 17 марта британское правительство запустило программу краткосрочной финансовой помощи крупным компаниям, пострадавшим от распространения уханьского коронавируса. Ее будет курировать и финансировать Банк Англии.